Всем доброго времени суток. Небольшое видео о двух модуль панелях со встроенным усилителем. Вот одна панелька серебристого цвета. Добавили сюда, это уже китайцы сделали, выключатель. То есть рукой можно включить, переключить, ну, в общем, кнопка включения. Вход у него мини, не микро, а мини-USB. Это как AUX. Ну, USB вход, картридер под флешечку и радио. Bluetooth у этого модуля нет. Также модуль вот есть простой, такой же в принципе, как и раньше, но с усилителем. На старых тоже стояли площадки, но не было микросхемы усилителя. В этих двух вот модулях, я другие не заказывал, вот эти два у меня только. В них стоят микросхемы усилителя 8002А. Под отшиту это двухватные усилители. Ну, неплохо, скажем так, играют. Для небольших каких-то размеров устройств, легких, простых, вполне нормальный звук, вполне хорошее качество, достаточный. Конечно, если хочется сделать что-то мощное, подключить, то есть мощный усилитель или еще что-либо, панели вот всем знакомые уже, такие панели, без встроенных усилителей, у них выход есть, линейный выход на подключение к любому усилителю. Ну а эти панельки уже встроенный усилитель, 2 по 2 ватта. Неплохое качество, но здесь радио у меня на работе не ловит. Кстати, извиняюсь за качество съемки, я на работе кое-как вот соорудил себе, чтобы снять. Неплохо играют, неплохой звук. Примерно вот такой звук, громкость, я не знаю, как передает микрофон, насколько это понятно, какого качества, ну, качество тоже непонятно, но и громкость. Ну, 2 по 2 ватта, что да, туда отдает 2 нормальных, стабильных 2 ватта с хорошим качеством. Вот встроенный такой модулечек, вот такой же вот модулечек, раньше они шли без пультов, а этот модулек с усилителем уже идет с пультом управления. Это просто как корпус, здесь был два динамика, старый такой кассетник какой-то, все оттуда выкинуты, потроха, вставлен модулечек такой, и просто от него уже не надо там добавлять усилитель или что-либо, сразу провода подключены к динамикам, выход я сделал вот такой вот, ну то есть USB выход, втыкаю его в зарядочку USB, все, модуль готов к работе, у него есть пульт управления, втыкаем, все то же самое. В общем, работает неплохо. Я здесь, но сейчас молчу. Неплохо, неплохой звук, нормально получилось, хорошо работает. На кухню это я собирал где-то месяц назад, собрал уже девчатам у нас в столовой на кухню. Раньше я им собирал вот такой вот здоровый, делал. У меня видео про него есть, вот про этот. Здесь у меня USB флешку я сделал вход. Управление кнопки, у того модуля, который здесь встроенный, еще тогда не было. Еще тогда не было, вот у меня эти кнопки, извиняюсь, вот я добавлял. Тогда еще не было с пультов этих модулей, скажем так, первое поколение. Ну, на кухне это большой центр, так что я им вот такой маленький собрал. Очень довольный, с пультом, он стоит, никому не мешает в стороночке, пультом они переключают песни, если надо. Прибавили, убавили пазу. Отлично, недорогие совсем удовольствия. Самое главное, если кому-то хочется собрать простое устройство, ну, не мучиться с усилителями, с питанием, просто 5-вольтовое, у них, у того и у того модуль питания. Просто подключаем колонки, подключаем 5 вольт, все, больше ничего не надо. На пультах к маленькому модулю, пульты у большого и у маленького модуля одинаковые. Эквалайзер работает. На этом работает эквалайзер, выбор режимов, ну, громкость. Не проверял я как флешки, как вот раньше читали они, нет, не знаю. Может быть, там не флешки, а папки, то есть перелистывает или нет. Ну, вот на этом работает эквалайзер и все практические функции. На этом, ну, только громкость, переключение следующей песни, пауза, стоп, ну, громкость, муты и включить-выключить. Ну, конечно, можно выбрать и на том, номер песни набираем,
номер песни, и автоматически включается та песня, которая нужна. Сейчас покажу фотографии, как выглядят эти два вот таких вот. 8 лапок у них у каждой, 2 микросхемки, по одной на канал. Надеялся я, конечно, что наши китайские товарищи сделают что-нибудь на ПАМ 8610 или что-либо подобным. Но вот они пошли по такому пути. Других я пока не встречал. Это уже проверенные, вот я говорю, такой модуль встроенный, где-то месяц. Просто мне нет времени абсолютно снимать. Решил сегодня кое-как хотя бы такое видео снять. Ссылочка на эти модули будет под описанием. Такие, да, есть у меня видео. Оказалось очень популярным видео это. Да, они отличные штуки, все хорошо, но к ним необходим усилитель. Да, можно сделать очень мощный, любой средний, какой угодно. Вам нужна выходная мощность, будет зависеть от вашего усилителя. Здесь же выбор уже ограничен, мощности 2 по 2 Вт. Но удобство, никаких проблем. Две колоночки, два динамика, вернее. Bluetooth нет, правда, вот здесь. А так было бы вообще замечательно. Две колоночки, питание 5 вольт. То есть больше ничего не надо. Провода в комплекте все идут, все хорошо. Получаем модуль, две колонки, 5 вольт, все готово. Ну, как-то вот так. Может быть, кому-то поможет. Всем спасибо, до свидания.